Представители крупнейших научных центров России из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также делегаты от зарубежной науки из США, Германии, Чехии, Грузии, Абхазии, Украины и других стран собрались сегодня в Сочи. Более 100 ученых приняли участие в третьей по счету международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии». Их поприветствовал глава города Анатолий Пахомов, который отметил важность проведения таких форумов для всей науки. Конечно, мы уверены в том, что сегодняшняя конференция – это еще один шаг вперед в развитии наук. Большое спасибо, что местом проведения снова является город Сочи. И я думаю, что все те, кто приехал к нам, смогут, наряду с тем, что будут, конечно, совещаться, докладывать о своих успехах, обмениваться опытом, смогут найти время для того, чтобы полюбоваться красотами города Сочи. Задача конференции – изучение в экспериментах на приматах методов лечения социально важных заболеваний. В Сочи на обезьянах, лабораторных двойниках человека изучаются многие болезни людей. На приматах в единственном в стране питомнике обезьян, расположенном в Сочи, испытывается эффективность и безопасность новых лекарственных препаратов и вакцин. Есть аспекты, которые невозможно решить без приматологии, которая решает не только фундаментальные аспекты науки сама по себе, но и помогает решить вопросы внедрения тех разработок, тех научных продуктов, которые были получены в результате научно-исследовательской деятельности в практическое здравоохранение. В ходе конференции ученые планируют заслушать 38 докладов. С материалами еще по 32 можно было ознакомиться в отдельном зале на стендах. Будут обсуждаться вопросы и приматологии, и вопросы космической биологии, медицины, вопросы онкологии, самые различные вопросы экспериментальной медицины. В завершении конференции будет проведен мастер-класс по теме «Стратегия и тактика проведения доклинических исследований лекарственных препаратов». Он пройдет на базе НИИ приматологии. Его 60 лет возглавлял академик РАН Борис Лапин. В последний день конференции состоится чествование почетного гражданина города Сочи. Коллеги-ученые поздравят его с 95-летием. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.